Работающие граждане старше 65 лет смогут продлить электронные больничные, если находятся на самоизоляции. Есть важное условие – человек не должен работать удаленно и находиться в отпуске. Не работать по этой уважительной причине можно до 29 мая. А временный порядок оформления больничных для пенсионеров такой же, как был ранее – с 6 по 19 и с 20 по 30 апреля.